Новые назначения в областном правительстве. Руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта назначен Валерий Колодченко. Последние годы он работал на Ярославском моторном заводе, был директором по капитальному строительству. Впрочем, и в Белом доме не новичок. До 2008 года Колодченко возглавлял областной департамент промышленности и транспорта. А вот Сергей Вундервальд в региональном правительстве никогда не трудился. Долгое время он был главврачом 2-й клинической больницы. Теперь будет руководить областным департаментом здравоохранения и фармации. Предшественник Вундервальда Игорь Каграманян на прошлой неделе назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития.